Всем здравствуйте, я сегодня покажу Volkswagen грузовик, его можно купить в DAF. Нажимаем изменить. Так. Вот такая кабина можно, и вот такую кабину. Я, например, возьму такую. Шасси. Можно вот такую. Вот она. Можно вот такую. Можно вот такую. Такую. Здесь, мне кажется, эти ящики возить можно. Опять такая же. Колеса другие. Опять же, ящики можно возить. Такой, знаете, маленький сразу такой. Небольшой. Чуть больше. Опять ящики. И последний крутой. Я, например, хочу себе вот такой. Двигатель у нас автоматически стоит последним. Трансмиссия тоже последняя. Так. Его можно только с GPS или без GPS. Я GPS возьму с собой. Мне белый больше понравится. Я не знаю, как вам. Так, давайте дальше. Это у меня в кабине. А, это тонировка, что ли? Это такое. Это рисунок. Так, такой. Так, вот такое можно. Закрытым. Тоже такое. Такое. Мне понравилось. Так, блин, где это? Вот это. Так. Это тоже на ваш выбор. Я себе такое оставляю. Так. Вот здесь меняется надпись. Теперь здесь меняется надпись. Я такое оставлю себе. Ну, вот саб стоит. Как без саба? Дальше. Вот антенны. Первая антенна такая. Вторая вот. Третья вот. Четвертая. Пятая. Шестая, седьмая и восьмая. Мне понравилась вот эта антенна. Так. Так, это, как говорится, вот это. Вот такое. Вот такое. Вот такое. Мне такое понравилось. Нажимаем принять. Дальше мы нажимаем купить. И выбираем, куда мы. Так, будет стоять наш. Так, мне надо выбрать. Это не мое. Я там в другом или в этом. Ой, в том видеоуроке говорил, что это не мое. Не мой аккаунт. Я его скачал с интернета. Потому что я. Если. А, я купил его. Так. Нажимаем заново. Компания. Грузовики надо было нажимать. Нажмите вы грузовики. Я просто нечаянно не то нажал. Ждем. Так, вот. Нажимаем за руль. Нажимаем да.
Я когда буду в гараже, я подключусь. Вот, вот я здесь. Навигатор, конечно, не работает, как вы видите. Вот как вы видите, как мы тонировали, так все. Вот так. Мы все видим, нас не видим, не видят. Прикольно. Вот такие дела. Так, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если не понравилось видео и не мод, ставьте палец вниз. Если хотите, если есть желание, напишите комментарий, что-нибудь, какой-нибудь отзыв. Или какой вы хотите мод. Я просто в попку не хочу стоять. Сейчас я вам покажу, сколько он самое больше разгоняется. Я сказала, я в мультиплеере хорошо вожу. Вот, сейчас проверим, как он тормозит. Вот, с ручником. Хорошо. На этом видеоуроке все. Всем спасибо за то, что вы досмотрели до конца этот видеоролик. Всем удачи!